Может быть, мальчики придут наконец-то на мой стрим и будут смотреть нормальные игры. А? Я вспомнил, на чем мы остановились. Так, минутку. Мне для начала надо все вкладки закрыть, а то сейчас опять лагать будет. Так. 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 У меня в закладках рот гуся. Нахера мы это гуглили? Рот гуся, сука. Нормально, блядь. Так. 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 Ну, а, нет, еще не все. Вот это надо вырубить. Вот это надо вырубить. Вот это, вот эти вот, эти, вот эти вот Mail.ru игровой центр, сука, который сам запускается. Epic Store, вот этот, который тоже сам все время запускается. Его надо постоянно вырубать. Яндекс.Браузер тоже какого-то черта. Вся вот эта вот ненужная хрень. Я понимаю, что это можно выключить, но лень. Забываю. Постоянно. Давай, прогружайся. Так, стоям бы. Надо все удалить. Готово. Так, и что у нас по итогу? Блин, тут везде зима. Я в какое-то неудачное место прибежал. Если тут везде снег, это не круто. Я думал, это ослик. Уходи оттуда, тебя сейчас рыбы погрызут. Пяточки твои будут это... шкребать. Это не слон, это ма... Или слон. А, это слон все-таки, да. Это слон. Хотела признаться. Генуку, спасибо. Это я рыгаю. Извините. О-о-о, понятно. Ясно. Спасибо. Так. Вещи здесь. У меня меч. Надо броню. Короче, надо в подземелье сходить. Найти там брони. Вещи забери, ты не все забрал. Ты знаешь, я боюсь уже туда идти. Потому что если я опять сдохну... Там мало вещей осталось. Лучше пусть они пропадут, на самом деле. Не-не, я рисковать не буду. Это что такое? А, нормально, трава. Давайте-ка туда сходим. Вот я там вижу много деревьев. Тут аж подлагивает. Ебать. А это что такое? Ля, медведь палит. Ртом шевелит. Ну да, кстати, вон там что-то есть. А! Там же дом был, я помню. Не те, которые наверху, там говно, там ничего нет. А там справа, короче, был дом. Надо туда. Сейчас покажу. Вот где-то здесь. Что это было сейчас? Кто-то плюхнулся. Где-то здесь. Где-то здесь был дом. Или мне приснилось это? Чё за бред? Я же помню, я бегал, и тут дом был. Или там. Напомните, где? Это было там, где я умирал. Вот этот мост. Там мертвый дракон лежит, да? Ёб твою мать. Стремота-то какая. Да ёп. Вот где-то тут. Ну. Вон! Видите, стоит каменный. Вот я про него говорил. А ну-ка. Ой, не-не-не-не-не-не-не, головач, не надо. Ты дурачок, что ли, совсем? Ты что делаешь-то? Фу, сука. Вот и сиди спокойно. Крысы тут на самом деле очень опасные. Они очень быстрые. То есть от них убежать почти невозможно. Они тебя догоняют постоянно. Я туда не пойду. А! Сука, я не взял!
Почему вы мне не сказали? Факелы забыл! Сука, или... Ну да, забыл. Что это за строение такое, я не понимаю. Что это? Что это? Что это такое? Что это такое вообще, блин? Надо пожрать. Почему оно так странно выглядит? А, я и кирку не взял! Да лё, блядь! Алло, пожилой Ники, попозже немного. Сейчас в дом залезу. Ники, отцы... Да сейчас! Как вы... Вы вот, знаете, вы подвержены чужому мнению почему-то. Зависимы от этого. Вы готовы отказаться от Майнкрафта? О, лишь бы никнейм поскорее оценил. Как это важно, а? О чем он думает про мой никнейм? Интересно. Да говно у тебя никнейм, прикинь. Так. Ой, так это данж, походу. И он такой странный. А, ясно. Понятно. Чего? Здесь тупик? А, нет, не тупик. Не, ну я туда не пойду без... сами знаете чего. А все из-за вас. Вы мне не подсказали. Оп. Удобно, кстати. Ой, сука. Бля. Гребаные собаки. Ненавижу в этой игре собак и этих рыб, которые меня кусают. А ты что делаешь? Шо? Что, застрял? Дару. Не, вот это точно мам... А, это тоже слон. Да ладно. Слоны разве бывают такими волосатыми? Это больше на мамонта похоже. Ты когда здесь играть будешь? Да господи, блять, сказали же через час. Он стримит свою игру. Ну, имеется в виду, не свою игру, своя игра. А играет в игру. Чисто для своих. Мы возвращаемся на базу. Взять кирку, броню, ну броню мы не найдем, поэтому кирка, факелы, ну и, собственно говоря, голосование закончилось. Да сейчас! Своя игра, скучаю по ней. Ну, может быть, я когда-нибудь в нее еще поиграю. Ну, точнее, мы, стримеры, когда-нибудь в нее еще поиграем. Так ты... Да ладно! Не, два пёселя — это уже проблема. Это уже про... Ебать! Ебать! О, нет! А-а-а! Сука! Иди отсюда, блядь. Я его бить не буду. Если я его ударю, он меня сожрет. Да какой... Ёб твою мать. Улетай отсюда! Сука, я тебя сейчас ебану, дебил. Конченый.
Где он? Да я отсюда... Ёб твою мать. Где он? О, а, слон! Напугал, гад, жирный. Тихо. По-моему, он ушел. А! Я тебе сейчас твою клюв обломаю. Да! Да! Убери его отсюда. Убери клюв свой. Погайдувок. А, ну-ка, что у нас там в сумке? Да, да, я. Здоровайся. Да, дуба. Давайте свеклу возьмем. Жареную говядину. И одно зелье исцеления. А еще стержень высоты. Да, да, я. Ну и все. Вот это мы убираем. Это убираем. Это мы берем с собой. Это мы убираем. Нахер, вот зачем мне это говно? Вот зачем? Факелы взял, кстати. Да, да, да. Слишком много их взял. Как взять пол... А, во. Ну вот, 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 вот так вот. Так, идем дальше. Знаете, я блоки возьму. На всякий случай. Кто там плюхается опять? А, ночь, ночь. Надо спать. А мешок-то мне нахрена? Не, я мешок брать не буду. Ну, ребята. Я вроде готов. Я вроде готов. Шо? Господи, я слишком долго не переподписывался, очень долго. Пришло время блудному сыну возвратиться. А, привет. А, Гексахорд, а я думал, что ты какую-то фигню пишешь в чат, а ты промазал, я понял. Спасибо тебе большое за переподписывание. Пошел ты в сраку, гад такой, блядь. Я, кстати, вспомнил, чего у меня... Твою мать! Мне надо щит сделать! И никто же, сука, даже не напомнил. Щит! А где он? О-о-о. Подожди, не понял. А, надо палки сделать. Подожди, не понял. А как же деревянный щ... А, вот. Вот и все. Ну, теперь я... Точно готов, да? Блин, надо бы еды побольше. Оу, щит. Red. Блять, ёб твою мать нахер! Сука! Рыба есть, да, но она сырая. Че, дурак что ли, блин? У меня писюн так же дрыгается, когда к стримерше какой-нибудь на стрим захожу. Какой-нибудь Михалине. Э! Я нормально, я... Шашлык. Да господи, сколько тут псины, ёб твою мать. Ну да, давай, давай, давай. Что ты мне теперь сделаешь? У меня щит. Глупая собака.
Так, слушайте, и правда щит быстро ломается. Мы пока туда придем. Да не ори! Надо будет уже здесь идти играть. У, сука. И еще один щит. У меня три щита будет. Но, блин, я уже все сожрал. У меня уже нет еды. Ну, писец. Нормально, справимся. Интересно, а если вот эту вот фигню заюзать, высоту? Вот этот вот стержень. Я туда смогу попасть? Рисковать пока не буду, потому что это, скорее всего, будет больно. Да? Что-то не знаю. А вниз как? А никак. Прыгать, падать. В этом-то и проблема. В этом и проблема. Хотя тут вода, но... Потерял. Ну ладно. А! Криса! А, две крисы! У, сука! Все, вроде не сагрились. Сожры кри... Не, я крису кушать не буду. Проще слона убить, сожрать. Ага, они кусают. Вообще-то они кусают. Когда ники... Вот сейчас зайду в этот домик и заценю ваши прекрасные никнеймы, ребят. Просто великолепные. Обалденно. Лучший никнейм. А, ну да. Так. Ай, бля. Что-то глугогабагавато. Мама. Ладенько, никнеймы, значит, да? Ну окей, начинаем. Так, ну, первый, кто попадется. Я не успеваю. Блять, я не успеваю. The Ariel Reynes. The Ariel Reynes. Бать, слишком пафосно, мне кажется. Ты, скорее всего, очень ЧСВшный человек. Слишком много внимания к себе требуешь. Ты прям, видно, сидел и старался. Вот, знаешь, вот придумать никнейм, который вот этот будет звучать, вот знаешь, вот максимально пафосно. А получилось как-то... Заририруй, блядь. Окей, идем дальше. Не, ну в принципе-то нормально, но... Ну такое... Пожилая эрозия. Не, ну... Ого. О, вот это я понимаю никнейм. Пожилая эрозия, вот. В целом неплохо, я считаю. Со вкусом просто и еще и смешно. Пожилая эрозия. Нормально, нормально. Это нормально. Нюдед... Чё, нюдед дед? Нюдед... Нюдед дед. Нюд. Нюд это голый. Голый дед, что ли? Нормально.
Ну, в этом есть, понимаешь, смысл. В этом есть какой-то вот подвох. Вот подвох. Именно в том, что голый. Обнаженный дед. Нюдед. Да. Шо? Subway 100 бонус 10, оцени мой бутерброд. Ну, у тебя сложный никнейм. Вот этот Better Тхен Луве, блядь. Какой Better? Какой Тхен? Что за Тхен? Как, кого ты там лови? Я не, еще какие-то цифры непонятные. Не, ну как бы... Ну, запоминающийся никнейм, на самом деле. Запоминающийся, да? Но цифры... Зачем там цифры? Идем дальше. Я не могу поймать никнейм. Я только вот... Я их ловлю, когда чат зависает на пару секунд. Гумой. А, ну так тоже можно, кстати. А ну-ка. Да ёб твою мать. Как тебе моя жепа? Арзамастер, значит, да? Арзамастер. Не, ну вот тут прям все четко. Арзамастер. Звучит просто. Звучит запоминающе. Арзамастер. Типа мастер. Вся фигня. В целом, мне нравится. Неплохо. Видно, постарался. Видно, человек со вкусом. Одобряю. Идем дальше. Мубот. Ну, в этом тоже что-то есть определенно. Неплохой никнейм. 4-3-4-7-3-8-7-4. Не знаю, что ты подразумеваешь под этими цифрами, но никнейм определенно очень странный. Какие-то цифры. Может, это какой-то код. Может быть, это и правда что-то значит. Это явно не номер телефона. Может, какой-то шифр, я хз. Тяф, оцените, пожалуйста, 150-бальной ну, скале сука. Решетка босс поставил. Говно у тебя, блядь, никнейм. Говно. Вот и все. Так. Агуфа. Агуфа, вот я поймал никнейм. Агуфа. Такой милый никнейм. Агуфа. Как будто тебе 2 годика. Пиздюк. Агуфа. Ага, Сьюзи. Нет, тут я даже не знаю, что искать. Сьюзи. Сьюзи Амая. Тоже звучит так аристократично. Сьюзи Амая. Ой, блядь. У меня ну, у мне подруги нравится. Ник Лоблас под Подхесус. Как тебе? Люблю спать. А ну тогда давай. Не ношу. О, поперли, блядь. Мой ник — это загадка, которую ты никогда не разгадаешь, потому что ты 110. Угу. А вообще, это целая фраза на английском, переводи сам. Да делать мне больше ничего. А я хентай конча. Диамси, Диамси же, или как, Диамси, Диамси. Ну неплохо тоже, неплохо. В целом со вкусом, как говорится. Звучно, звучно. Айкаши хентай. Вот Арзамастер, вот прям, мне кажется, вот если бы ты был стримером, тебя было легко запомнить. Это как Братишкин, Хесус, Арзамастер. Heal any fox. Heal any fox. Ну, тоже неплохо, да. Тоже неплохо. Ебать, зе хер с горы. Или не хер с горы. Зер с горы. А просто хер с горы. Спасибо. Вот хер с горы тоже классный никнейм. Меня можно? Я стараюсь. Сучка-пиздючка. Ну, тут вообще прям 10 баллов, я считаю. Реально. Что надо было вот так вот назвать себя. Вот иногда, знаете, вот классно, когда люди могут над собой пошутить. Ваш батя или ваша мама никогда бы себя так и не назвала, да? Ну давай. Это слишком аморально. Это как? Я сучка-пиздючка? Нет. А человек сразу видно с юмором. Мисанабиосис. Мисанабиозис. Фу, блядь. Мисанабиозис. Нормально, нормально. Что-то в этом есть. Загадочное. И так знаю, что думаешь о моем никинда. Ну тут да, сложно. Анаст Сериалифе. Блять. Метеож. Спасибо тебе за подписку. Кстати, ты, наверное, подписался с целью, чтобы я оценил твой никнейм. А, это же подарочный. Тогда пошел нахуй. Так, может, хватит? В чем прикол оценок? Ток сейчас пришел. Самооценку поднять. Видеосталкер. У тебя охуенный никнейм, кстати. Спасибо тебе тоже за 100 рублей. Да ё-моё! Так, а мне шо встать? А, Белончик! Ну типа как белка, да, Белончик, беляши. Да ёб твою мать!
Гав-гав, человек. Сэдли Шира. Ланка. 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 Звучит просто и понятно. Ланка. Ланка. Прикольно. И Сэдли Шира, ну тоже... В целом... Так, все, остановитесь, блядь! Говно! Что это такое? Рпецбы! Это что вообще такое? Как это читать? Что за рпецбы? Рпецбы! Это как вообще? Что ты под этим вообще подразумевал? Как тебе это в голову вообще пришло? Рпецбы! Ух ты, ёпта. Ты сейчас масочек. Вау! Вау! Нуго. Не, ну в целом, Виктория. Виктория. Мне нравится это имя, кстати. Оно очень красиво звучит. Виктория. Типа как-то победа. Виктория. Не, ну... Это даже не никнейм, это имя. Красивое имя, да. Я сейчас не говорю не потому, что ты мне много донатишь, а правда. Да. Победа. Я считаю, лучший никнейм, да. Я не просил. Вы сами начали. Ёбыч. Не, ну тут вообще заебись, как бы ёбыч. Слышь, ёбыч. То есть, например, ты сделал какое-то говно, а даже не нужно придумывать какое-то оскорбление в твою сторону. Достаточно просто сказать, ты чё, вообще ёбыч какой-то, ну. Все, ребят, короче, мы попали в данж, в котором мы еще никогда не были. Обычно это как, ты спускаешься, и там какие-то решетки со всех сторон. А тут... А ты лох. Все, хватит. Все, ребята, закончили. Селви, спасибо. Да, Селви. Это как Элви, но только Селви. Ну, неплохо, неплохо. Таким никнеймом я бы тебя трахнул. Ребята, тут что-то совсем друг... Тут что-то со... Тут что-то совсем... Блять! Блять! Сори за мат, папа, я прошу прощения. Во! Где я? Что это такое? Какие-то лабиринты. Какого хрена? Куда я попал? Это не данж, это что-то другое. А? Почему у меня пар изо рта идет? Ёб твою мать, я думал, там кто-то ползет, это шкура. Это ловушка? О, да ладно. Окорочок жареный. Фух, блядь. О, кожаная куртка. Это деду надо. Пока что у меня большего нет. Так, тупик. У меня такое ощущение, что тут вообще больше ничего нет. Ну, кроме вот этих вот небольших ко... Ух ты, ёптить. Ух ты, ёптить. Ух ты, ёптить. Кто тут? Кто тут, блядь? Кто-то ходит. Кто-то ходит. А-а-а! Тихо! Предлагаю поиграть еще раз в хоррор про Шрека, в который ты играл в 2015 году. Не нафиг он нужен. Хоррор недели называется Sonic Sim. Оцени, пожалуйста, мой ник. Ой, а нахрен он нужен, скажи. Сейчас сердце заболело. Спасибо тебе большое. Сиамен. Типа, морской человек? Нормально. Яндекс грязный. Прикольно, да? Видно, сразу нестандартно мыслишь. Да. Есть в этом что-то. Ой, сердце заболело. Так.
Мы просто куда-то приперлись, а тут какое-то вообще непонятное место. Ходит кто-то. Топочет, блядь. Кто это, непонятно. Какие-то длинные непонятные... Ну хватит, алё, прекратите. Я никнеймы все не оцениваю. Рубрика «Интересные факты». Руки Мяку тоже зовут веганями. А да ладно. Считается как солнце. Ты достал Яниконсу. О, нет. Ребята, гроза. Гроза. Обними чат. Шторм начинается. Возьми подписку. Да подождите, блядь. Мисс Анабиозис. Спасибо. Гроза, ребята. Гроза начинается. Твою мать. Нам надо сейчас срочно наверх. А то, что у руки Мяки такое прекрасное имя, это круто. О, магад. Блять, не-не-не, надо обратно. Нам надо сундук спасать, его сейчас унесет нахрен. Блять, тихо. Надо, блин, тут заблудиться можно вообще-то, кстати. Йоааа! Кто это? Кто это был, блять? Че это было? Вы видели, нахуй, там гигант какой-то ходит с глазами, ёб твою мать. Там кто? В смысле я? Иди отсюда, чё пришел сюда? Ебать, что там наверху происходит? И как нам выйти отсюда? Как ты тут оказался? Ты кто? Ох, твою мать. И что мне теперь делать? Как все не вовремя. Я боюсь юзать стержень высоты. Вдруг там вода, и я сейчас в море появлюсь, и меня сожрут рыбы. Понимаете, в чем проблема? Он добрый? Че вы врете? Ёбаный нахуй, лох! Добрый! Очень добрый! Сука! Вот это он сейчас шарахнул. Я отсюда, гад такой. Ты чё? Это этот из Доты. Твою мать! Да ты чё, чёрт? Шейкер, да. И что мне с ним делать? Ай, была не была. Ну, с богом. Фу. Твою мать. Твою мать. Где я? А, нормально. Ай, блядь. А где шторм? Где он? Где он? С какой хера себе тут метель? Обалдеть. Слоны, бегите! Куда бежать? О, нет. О, нет, оно прям на деревню надвигается. Сундук! Я правильно бегу? Да. Ну все, пиздец, минус вещи. Минус вещи. Твою мать. 4 дня же не прошло, как у... А, нет, вроде прошло. Решетка, босс, любовь, смерть. Во-во-во-во-во-во-во. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я понял. Я точно туда бегу? Куда я вообще бегу? Дизи просил сборку по Майнкрафту. Ну ему-то я точно скину. Куда я бегу, блядь? Где моя деревня? Куда я пошел вообще? Я дебил? Что за звук?
На карту смотри. Твою мать. Что? О нет, оно прям надо мной образуется. Ёб твою мать. Блядь. Вот это уже не шторм, это самый настоящий смерч. Сука. Сука. Я не могу бегать. Живи, падла. Беги. Все, гэ. Ну не, ну это все, ну это... Вещи! Я лечу! Сука! Вот, давай ко мне! Твою мать! Не вижу в окно, не могу посмотреть, жирный слишком. Оно что, на меня? Oh, no. Иди отсюда! Надо закопать вещи! Да можно быстрее как-то! Да ты что, издеваешься, что ли? Он уходит. Подождите, стоп. Ребята, принесло. Ни хрена себе! Нормально. Ну все, тихо. Все. Мимо прошло. Блять, я обосрался сейчас просто. О, видали, какая штука? Теперь у нас дорога есть. Он продолжает двигаться. Не, ну нам, конечно... Там что, еще? Еще один? Это что такое? А, что за... Что за херня с неба падает? Что, это град? Что это падает? Это еще один шторм? Ты что, блядь, прикал... Да ну это прикол. А... Да не, ну бред, не может быть такого, чтобы два сразу. Блять, подожди, я что-то не понял сейчас. Дизи готов. Сейчас скажите, что у меня тут это... Некоторые проблемы... Я сейчас это... Ну, вы поняли, да? То есть, ну, как бы... Ну, да. Так. Я не понимаю. А, ну, идет сюда или на месте стоит? Так. В
Вон туда, если что, вещи будут. Пиздец! Да не ори, слон! Пиз... Твою мать! Да, деревяшки. Ёп, а, вот. Ой, это дебил, а. Да, блядь. Да ёп твою. Я дебил, ребята. Какого... Мне уже нахрен снесло все. Лол. Кровать! Кровать унесло. Там головач пролетел, по-моему. Что за говнище? То есть это был торнадо, а теперь это ураган. В инвентаре кровать? А-а-а! По-моему, пронесло. Кто там летает? А, это другая кровать. А куда... Куда кровать улетит? Блин. Да. Да, да, я тоже немного охренел. Карту. А чё карту чекнуть? От обычного урагана нету таких штук. Всё. Ну теперь-то все. Что это такое иногда на небе летает? Блять! Блять! Сука. Да иди ты. Ты чё? За жо! Ёбаный слон! Меня слон ударил. Вот дерьмо. Здесь и кровать исчезла. Да я ору просто с этого говна. Так я понимаю, собака добила, но слон просто напал на меня тоже. Слушай, что такие глупые-то порой? Ну, собака просто нанесла последний удар, а так-то слон меня треснул. Сейчас я к Дизи пойду. Дайте мне... Это самое. Кровать по... Сохраниться же надо, ну алё! Было написано, что собака ёбнула. Блин, ты чё такой тупой-то, господи. Я понимаю, что собака, она мне последний удар нанесла, поэтому она меня убила. Но слон помог. Так, где, куда, сюда? Ты чё тут за... А-а-а, тебя ветром принесло. Так, собаки нет, слона нет, хорошо. Это моя сборка, чисто для меня. Ты, гаденыш!
твою мать.